Всем привет! И с вами Светлана и канал «Посеем, пожуем». Я всех с душой и любовью встречаю на своем канале. Друзья, я опять в деревне Оренбургской области, и мне хочется очень поговорить о свекле. Вот такая шикарная свекла выросла в деревне. Вот такая. Семена, конечно, названия я не знаю, какие здесь сажались. Вот, ухаживала здесь много-много чернозема, навоза, да, Жень? Мы сейчас ее выкопаем, вот эту свеколку, заберу к себе в город. Вообще аж хрустит вся. А вот эту вот ботву, друзья, мы не будем убирать, мы ее оставим на грядке, потому что она перепреет под зимой, под снегом. И это магний, это шикарное удобрение будет для почвы. Ведь говорят же, взяли что из земли матушки и внесите хотя бы верхушки в эту землю. Вот Женечка мне помогает. Вот эту вот свеколку он мне сейчас даст. Это не моя, друзья, свекла. О, какая шикарная. А у меня маленькая. Собирайте свеклу, друзья. Приехала с деревни. А вот для сравнения я покажу свою свеколку. Вот, я всегда, друзья, сажаю свеклу такую, ну как она, вертикальная, что ли она называется. Вот сейчас я выдерну вот эту, например. Ну вот она маленькая у меня. По сравнению с деревенской свеклой, которая была огромная, вот такая. А почему именно, друзья, я сажаю вертикальную? У меня же маленький огородик. Вот эта большая свекла, она занимает очень-очень много места. А это я еще ее не буду убирать. Деревни уже убирают, я смотрю. Вот сейчас у нас дождик начался. Вот. Впереди еще октябрь. Сентябрь весь у нас в Оренбурге будет теплый, по 20 градусов, по 22. Октябрь. И она у меня еще длинная, хорошая свекла вырастет. Мы вот с этой вот узенькой-узенькой грядочки собираем два ведра спокойно. Вот. Поэтому я сейчас ее дергать не буду. Ботву. Вот в деревне ботву мы всю побросали на землю, ну, как магний. У нас же эта ботва, друзья, это я супчики зеленые готовлю. У меня это все уходит в дело, друзья. Я это вместе с зеленью, вместе с укропчиком все это наморожу. Все, ветер поднимается, дождик начинается. Вот, друзья, здесь у меня росли томаты. Я все убрала буквально. Здесь я овес не посеяла, потому что мне просто не хватило семян овса. Но я остатки травы, все вот это, друзья, вот так накидала. Я еще буду туда кидать. Вот какая травку буду полоть, я сюда буду все кидать. И у меня земля уйдет в землю, как под шубкой, друзья. А вот здесь, вот на другой стороне, сейчас от свеклы немножко от темы отойдем. Я просто покажу вам. Вот видите, уже начал овес пробиваться. Все, дождик начинается. Друзья, я с вами прощаюсь. Пока-пока и ставьте лайк.